Так мы идем, ходим друг к другу в гости. Дистанция метров 10. И пошли. Можно бегом, можно шишком. Провод от тапика лежит. Видимо, где-то перебит. Телефон по-любому. Безопасная связь. Никто не прослушает. Вот церковь, вот такие развалины. Видите, вон там. Терминал, парковка. Наш второй дом. Журналисты, депутаты тоже ходят в рейды? Да, а как же, что делать? Время такое, приходится. Нормально, нормально, природа, птички поют, водичка бежит. Отлично все. Всем привет. Давайте Игоря помянем, да? Давай пятницу. Да, Игорь, пятницу. Все пятницу. Все пятницу. Я рассказывала куме об этом. Когда мы с ним спорили, он сказал, что мама, так пусть чужие дети гибнут, а ты своего спрячешь. А кума говорит, да, надо было сказать, да, я своего спрячу. Я говорю, Коля, это было бы нечестно, и я такого не сказала и никогда не скажу. Я ему сказала, я с тобой согласна, сын, ты все делаешь правильно. Потому что я знаю, что он на меня смотрит, и он от меня ждет поддержки. И я бы опять ему сказала, ты все сделал правильно, сын. Игорек всегда был человеком таким скромным, сдержанным. При этом скромность не мешала ему быть уверенным в себе. Он всегда видел четко
четко понимал, что он делает, зачем он делает. Поэтому ему довольно-таки просто было. Было просто общаться с людьми, ему было просто познавать что-то новое. Знаете, он для меня ассоциировался с русским интеллигентом 19 века, который там бросал все, менял свою жизнь и ради чего-то такого светлого, большого, впереди маячащего, да, шел к своим страждущим братьям. Вот что-то в нем было такое, порода, что ли, не знаю. При этом у него был очень такой оригинальный, с моей точки зрения, юмор. Очень трудно это описать словами, не погружаясь в эту ситуацию, но вот представьте, первая серьезная боевая операция для него, в которой он принял участие, это освобождение Пантелеймоновки. Это порядка 4 суток наступления со сменой направлений там, и так далее. Ему было очень страшно, но при этом видно было, что парень весь так сжался, при этом он работал, он именно как военный корреспондент участвовал, он значительно позже перешел в боевую группу. Вот. А на тот момент он как представитель информцентра добровольно пошел с нами, точнее в большей степени поехал на броне с нами на операцию освобождения Лебяжьей, Васильевки и как конечная цель Пантелеймоновки. Была ситуация, когда мы шли по открытому полю, справа от нас было поле подсолнухов, слева вообще как бы чистое поле, значит, вышки электропередач, такие высоковольтные. Вот. Нас начали обстреливать, задача была, соответственно, рассыпаться, то есть мы ссыпались с брони. Вот. Слева не было смысла, во-первых, оттуда шел обстрел, во-вторых, там просто негде было ни залечь, ни замаскироваться, ни рассредоточиться. Поэтому прыгали все в правую сторону и уходили в подсолнечник. Там рассредотачивались. Игорек, пробегая по мне, то есть по рукам и голове, поняв, что в последний момент, что он одной ногой стоит на руке у меня, вторая идет мне приблизительно в область головы, он говорит: «Ой, блин, простите, командир». То есть вот эту ситуацию передать очень сложно. То есть это был как бы и страх, и воспитанность, и одновременно такая шутка. То есть он понимал эту ситуацию, это было смешно, а как бы он через этот как бы юмор, через эту шутку, как бы используя случайную ситуацию, он разрядил и, в общем-то, чувствовал себя уже более уверенно, более так спокойно. Он умел такой вот ненавязчивым, не всепоглощающим таким вот легким юмором, легкой шуткой разрядить часто обстановку. Вот. В связи с чем его очень любили ребята. С одной стороны, он как бы мог присутствовать в любом каком-то сборе людей как бы незаметно. Но если происходило решение каких-то серьезных вопросов, он умел брать на себя ответственность, всегда каким-то образом вносил свою точку зрения в обсуждение, это раз. Во-вторых, в случае какой-то напряженности он всегда мог разрядить. Он умел уходить от конфликтов, хотя если не оставалось других выходов, он не боялся конфликтов, он просто их не любил. Помню один случай. Стреляли мы с ним из АГС, значит, я вел огонь. Он был вторым номером, помогал заряжать, не произошло выстрела. Просил болгарина держать руки внизу, чтобы вылетела граната. Болгарин их держал сбоку, граната выпала, но взрыватель не взорвалась. Пришлось болгарину дать оплеуху. Но он так отреагировал, да? Он обиделся, потом подошел и сказал спасибо. Он сказал спасибо за науку. Потом 3 или 4 дня с утра до вечера собирал, разбирал АГС, заряжал, разряжал. Игоря Болгарина я знал достаточно давно. Он очень тихий такой, скромный парень был. Но когда какая-то мысль, какая-то идея его брала за живое, то он просто горы мог свернуть. Так было и с референдумом 11 мая 2014 года, когда
большинство ребят вообще говорили, зачем, чем это нам надо. Он сказал, надо. И вот своим этим надо в итоге всех повернул. Ну, понятно, после 2 мая в Одессе и после 9 мая в Мариуполе уже там не было никаких вопросов вообще. Вот. Ну, именно он организовал на базе Донецкой Чайки Сути Времени комиссию в Киевском районе, как раз недалеко от аэропорта. Мы там отработали хорошо. Вот. До сих пор помню. 3007 человек к нам пришло. И 98% было за новую республику. Также он участвовал во всех событиях образования ДНР. Он 6 апреля там был. Вот с самого момента захвата в администрации, он там дневал, ночевал, там, помню. Он говорит, запиши телефон моей мамы, в случае чего, если что-то случится, позвони и скажи, что так и так, чтобы она знала, чтобы она не переживала, что я на связь не выхожу. Вот. У него очень близкие отношения были с матерью всегда. Я телефон-то записал, но потом... К сожалению, его разбил. Номера телефона так и не удалось оттуда достать. И не я сообщал о том, что произошло в январе в аэропорту. Он что-то писал, а потом вот эту выдержку. Я вообще трудный человек, потому что я живу идеями. И за свои идеи я готов на все. Мне предстоит очень огромная работа. Как подумаю, жуть. Вот эту такую выдержку я и выучила наизусть. Да, он себя приготовил. Он готовился. Он готовился. Я потом нашла, как выступать с трибуны. У него там все вот это есть. Спал он со школьной скамьи без подушки. Приедет, я говорю, ну хоть немножко, хоть малюсенько. Ахметов. Она мне не нужна. Раз. Он как чувствовал себя готовым, что ли? Такой жизни. Как взрослели? Где-то нашла в интернете, кто-то отзывы писал, вот, пишут «Царство небесное», и кто-то написал, что я помню этого паренька на Игоря, он постоянно был с камерой и в разрушенных домах смотрел литературу, какую бы можно было почитать. Это, в этом весь Игорь. Да. Он без книги не мог. Присел, уже смотрю, читает. Приезжает ко мне, вечером приезжает, утром уезжает. Две книги в сумке. Я говорю, зачем ты такую тяжесть? Ну, одну бы взял, ну, две. Мам, надо. Позывной Белка. Состою на должности пулеметчика. Пулеметчика на каком пулемете? ПК. Это первый ваш боевой выход? Нет. Я с мая месяца нахожусь в ополчении. Начинал в Славянске, потом в Старомихайловке, в Шахтерске. Теперь здесь. Женя, я была лучшей подругой. То есть я для него была и друг, и брат, и сестра, все в одном. Вместе мы и в походы ходили, и на рыбалку, он очень любил рыбалку. И если нас ругали, то ругали вместе, получали вместе. Но всегда он меня защищал, был самый лучший брат. Учил меня бороться, он занимался борьбой, он считал, что девочка должна защищаться. То есть если он, его нет рядом, то я должна защищаться сама. Когда он собирался в ополчение, мы, конечно, были все в шоке. Мы его отговаривали, я и плакала, и просила не ходить, но он сказал, если не я, кто вас защитит. Ну, он пошел. Его там ранили, мы просили, Женя, давай мы за тобой приедем, заберем. Он сказал, нет, я здесь буду до конца. Это было в августе, да, он позвонил и сказал, я лежу в госпитале, у меня ранение, было ранение в ногу. Делали ему потом операцию, ему стало полегче, он сказал, я отсюда никуда не уеду. Ну вот он так и остался, хотя я его очень просила, вернись. Ну он сказал, я буду защищать. Белка – это один из первых новых ребят, которые прибыли к нам в
отряд. Это было на Пантелеймоновке, и самую первую ночь я попал с ним в охранение танков. Мы потом неоднократно ходили в караулы, спали под танками, вместе несли службу. Мне не приходилось еще сталкиваться с такими людьми, которые могли молча 4 часа в подряд кувалдой здоровенной выбивать бойницу на аэропорту в здании, которое было спроектировано таким образом, чтобы прочность его была усилена, если что технический объект. 2,5 кирпича толщина. Мне на 15 минут хватило этой кувалдой помахать. Все. И периодически, конечно, мы менялись, но сколько он работы проделал над этой бойницей. Человек был воин, погиб как воин. Конечно, человек потрясающий. Он какой-то такой, удивительная неутомимость. Это, пожалуй, такой... Как будто у нас и в отряде, и потом были там ребята такие, вот настоящий дух Донбасса, то есть, ну, вот, местное население, именно вот шахтер такой, да, то есть, хотя он шахтером не был, он был монтажником, но вот по внутреннему, вот порода такая, настоящая мужицкая порода, и я вот когда на него смотрел, то он мне очень сильно напоминал такие типажи из хроник времен Великой Отечественной войны. То есть у него было такое вот, он и выглядел, такое лицо такое довольно характерное, как тесанное из там камня, и сам такой кремень. Он немногословный, но, конечно, очень, очень упорный. Of the 3 Sud Remini heroes that got killed on the 17th of January 2015, Bilka was the one that I knew the best. He and I, we shared the same room, and me being the new guy there as my first position, he really looked out for me. He kind of took me under his wing. I remember one night when I was at the Glaz position, observation post, Ukrops creeping around in the woods, so I opened up with the PKM on him, telling me, oh no, don't use the PKM, just use your Avtomat, because the PKM was Bilka's baby. And Bilka came out and he's like, no, it's okay. But you have to help me clean it. So which I did, and that was one of the ways I got to know him. I didn't speak very good Russian then, but he had a lot of patience with me. He really looked out for me. He was one of the older guys in the group there. He was one of the more experienced soldiers. He'd been in for more than 6 months. And back then, guys that had 6 months combat experience, you know, they seemed as if they were, you know, Vikings, ancient warriors, like they had the most experience of anybody. And he really looked out for me. I think it's part of why I didn't get killed there. He taught me a lot about how to watch out against snipers and stuff like that too. And it was funny when we'd be at the observation position and you knew that there was Ukrainian snipers just a couple of hundred meters away with thermal imagers. And you'd stand at the window, because you had to stand there at the window. But all the new guys, you know, they kind of stand at the window and kind of be wiggling around like this all the time, you know, thinking that they were always in the crosshairs. You know, but guys like Bilka, especially him, man, he'd just stand there like a statue. Just like he was daring them to take a shot at him. He was not afraid of anything. Был он не очень уже здоровый человек. У него была контузия, я так понимаю, что достаточно тяжелая. Тем не менее, он все равно работал. У него со слухом было не очень. То есть последствия контузии сказывались, и предлагали ему попроще немножко деятельность, но он отказывался, он говорил, что его место впереди, с теми, у кого нет еще опыта, помогать им. Безоговорочно брался за любую работу. В коллективе он был бесконфликтен, ни с кем никогда конфликтов не искал, не находил никаких новых. Был опорой, на него можно было опираться, надеяться, то есть, что он не подведет. Он и не подвел. У него были золотые руки, он мог сделать все, за что бы он ни брался, у него всегда все получалось. До того, что он мог даже построить дом.
У него было очень и много друзей. Если друг какой-то попросит его, Жень, помоги, он бросит все и пойдет поможет. Безотказный человек, серьезный. Всегда он держал свое слово. Очень любил свою дочку, всегда с ней гулял, всегда ее баловал. Он любил свою маму, он любил жизнь. Когда это все случилось, когда это все произошло, он ни с кем не посоветовался. К нему пришел друг и предложил пойти в ополчение. И когда мы об этом узнали, узнала его мать, она очень расстроилась. Я узнала, я очень плакала. Я говорю, Женечка, пожалуйста, не иди. Он говорит, я решил, и назад дороги нет. Все. Он писал и матери, и мне писал. Ну, конечно, мне он больше писал того, что мама не знала, потому что он боялся ее расстроить. Что там было очень горячо. Он потом напишет, что жив-здоров. Он говорит, было не до вас, было очень горячо. Передавай всем привет. Если останусь живой, все будет хорошо. Последний звонок был, помню, это было перед Новым годом, в декабре месяце. У него был такой взрыв. Убили его друга. Он потерял друга лучшего, ну, там, на войне, и говорит, ты не представляешь, как это больно, что это, сколько друзей погибло. Назад дороги нет. Я пойду до конца. И он пошел до конца. Очень приятные запахи вокруг, свет, яркие звуки, птички вылетают. А когда под землей ты этого всего не слышишь, вылазишь в мир, и вот как будто, да, вот, ну вот это, наверное, какое-то микроощущение. Но оно, если вот прочувствовать его, то это очень вдохновляет. В первую очередь, конечно, по Женьке Пятнице, с первого момента, когда мы столкнулись, и до самой своей смерти во время боя, он всегда был оптимистом. Он не позволял себе срываться. Я не помню его агрессивным вообще, ни во время боя, ни в каких-то других ситуациях. Женьке три вот таких ярких момента. Во-первых, его юмор такой вот, светлый, теплый, солнечный. Второй момент, он очень добрый человек, он любил, там, я не знаю, от животинки до... Однажды была ситуация, когда был самострел у Пятницы, и он как бы из окна высовывался, проверял. Такие вещи бывают, особенно у молодых ребят. А мы в это время стояли на улице, значит, построены передо мной часть группы перед занятиями, я что-то им объясняла, не помню. Или мы о чем-то спорили. В общем, была такая беседа, я стоял отдельно, стояла группа, и значит, автомат выстрелил в столб, от столба пролетел рикошет мне в ногу. То есть, вот, значит, там пошли шутки, что там я там ниже колена непробиваемый и так далее. Вот, а попало чуть-чуть ниже моего любимого колена, когда он часто прилетает. Вот, надо было видеть Женьку, насколько он переживал, вот. Он подстраховался, а автоматически он не мог никого попасть, а рикошет штука такая, ну, там синяк максимум, а тут даже синяка не было, штанину порвало и все. Видно было, что там ни травму, ничего не нанес. Мне очень трудно передать, то есть он, да, там испуг и так далее, но самое главное, у него вот эта доброта, он вот, я не знаю, там, покаяние грешника надо было снимать вот с Пятницы, рисовать, как, вот, когда он стоял с этим лицом. Третье, это в экстремальных ситуациях он был очень смел, но он был смел не вот так, вот как часто можно увидеть в кинематографе, не на, с позиции там, вот, какой-то там ярости, да, вот. Он был спокойно весел. Вот. Спокойствие ему позволяло принимать правильные решения или оригинальные решения, казавшиеся не всегда правильными, но в итоге вот он выходил из этих ситуаций. А его вот эта веселость легких ребят, которых были в меньшей степени готовы к этим испытаниям, она как-то успокаивала. Наш брат Пятница
приехал к нам в Донецк в июле месяце, в конце июля. Тогда мы еще не знали Женю, ну, мы сразу поняли, что такой русский парень с открытой душой, с горячим сердцем, сын Богдан. Вот. Женя очень любил его, у него была шапочка с собой его сына, вот, который он ему пошил, когда вернулся со срочной службы. Женя очень любил свою семью, своих близких. И я уверен, он любит, он с нами рядом, он за нами смотрит. Это он был человек, который зажигался. В нем всегда есть такая искорка постоянная, то есть интерес к чему-то. Он был такой общительный человек, то есть он, ну, можно, конечно, сказать таким штампом, душа компании. Он улыбался всегда, обезоруживал свою улыбку. Ему нравилось, когда он сам выбирает. Для него было плохо, когда он делал несправедливость. И в этом смысле там поехать на Донбасс, это может быть... Ну, сколько я знаю, если там погибают дети, во-первых. Вот, невинные дети. Во-вторых, то, что там началось, может и к нам прийти. Ну, он не мог смириться с этим. То есть, ну, это из поступка Женьки, то есть, да. Таковы поступки, правильные поступки. Пятница, это был как луч света, который сквозь, не то что тучи, а так, раз появился, все, бывший десантник, как бы, молодой мальчишка, который никогда, ну, вот я, чтобы Женя матом ругался, это было что-то такое, событие, надо было совершить такой проступок, чтобы вывести его из себя. Всегда подхватывал, поддерживал. Но командир был строгий, и люди как бы подчинялись не за страх, а за совесть. Он умел дотянуться, да, как бы до какой-то струнки внутри, что ты делал и считал, что это так и должно быть. Так как я был некоторое время у него подразделение, даже под его началом, занимался тем, что обслуживал утесы. Быстро, доходчиво было объяснено, что надо делать, сколько раз в день. И это он успел контролировать и пошутить. Так что, ну, отличный человек. Как вот у Высоцкого жестокие слова сказаны, что смерть самых лучших забирает и дергает по одному. Вот самых лучших у нас и выхватило. На Пантелеймоновку ходили? Я приехал уже к вечеру того дня, когда уже дошли до Горловской трассы, и там, в лесочке перед ним разбили лагерь, спрятали броню, передовые дозоры уже на самой трассе заняли места и чередовались посменно, следили, чтобы не было контратак. Вот. А основная часть была вот в таком лесу небольшом. И приехал поздно вечером, и почти все уже уложились на карематы, спальники, кто как, кто где упал. Очень уставшие все были, потому что достаточно долгий был переход, целый день с утра до ночи. Поэтому я тоже так походил, помаялся и залег. Я проснулся, потому что кто-то меня теребит. И поскольку накрывался спальником, в него весь не залазил, в амуниции, в броне, в разгрузках этих всех, то просыпаюсь, а это спальник укутывает меня кто-то. Ну, я так раз думаю, о, как раз отлично, вот спина вообще теперь все замечательно, тепло. Как так, даже не обратил внимания, прилег, а потом так открываю глаза, думаю, тут лазит вообще, тут это, подбивает подушки. И смотрю, а это пятница лазит. Между всеми. Попали на позицию к нему, тут пятница, давай там руки горячей воды надо мыть, давай тут надо покушать, надо пообедать, надо то, надо все. Я сижу, думаю, ну, как будто я к себе вот в семье пришел, и меня вот тут, не знаю, как сказать, как отец родной, что ли. Крайне не такой неутомимая натура, вот он все время
Во-первых, он очень любил людей. Он и до войны он работал с трудными подростками. И это, вот, ну, наверное, настоящий педагог от Бога. И вот та черта, которая, в принципе, была у всех ребят, которые были, да, то есть это, ну, как платить собой, жертвоваться, ну, именно платить собой в этой жизни. То есть он платил постоянно. После 17-го, конечно, было, даже когда я их видел на прощании, я не мог поверить, что их больше нет. Все равно где-то рядом. Вот. У нас БМП в батальоне называется «Пятница», так как и обещали. Все равно наш бессмертный полк все равно с нами, они нас поддерживают. Когда там где-то закрадывается какая-то мысль, там где-то схалтурить, где-то кто-то не узнает, что-то вот не доделать, вот перед глазами братцы, которые не дают, нельзя.